Вас приветствует Академия Зеба, и в этом видео мы будем исследовать чудеса величественного Гранд Каньона. Протяженность 277 миль. В Гранд Каньоне слои осадочных пород демонстрируют историю эволюции Земли. От древнего Вишнушиста в основании до известняка Кайбаб на вершине каждый слой отражает миллиарды лет геологической истории, сформированной эрозией воды. На пересеченной местности Гранд Каньона раскинулась богатая палитра жизни, адаптирован к уникальной среде обитания в пустыне. Экосистема каньона поддерживает разнообразие флоры и фауны, необходимое для баланса этого природного чуда. Помимо геологических и экологических чудес, Гранд Каньон также важен культурно для коренных народов и посетителей. Для индейских племен это священная родина и источник духовного вдохновения. Гранд Каньон демонстрирует, как вода и время формируют ландшафт, а большой барьерный риф представляет собой подводный рак, богатый морской флорой и фауной. Преимущества и недостатки туризма. Туризм играет двойную роль в сохранении природы. Он способствует экономическому развитию, но также создает экологические и культурные проблемы. Ответственный туризм помогает сохранить природу, в то время как неконтролируемый может вызвать перенаселенность, загрязнение и уничтожение среды обитания. Завершая наше путешествие по Большому каньону, давайте подумаем о значении сохранения природных чудес для будущих поколений. Используя устойчивые методы туризма и стимулируя общественное участие, мы можем сохранить эти сокровища для всех. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на Зеба Академи, чтобы получать больше интересных видео.